Всем доброго дня. В сегодняшнем видео я хочу показывать замену моторного масла на автомобиле Alfa Romeo Stelvio 2017 года выпуска. На этом автомобиле стоит мотор объемом 2 литра с турбонаддувом 280 лошадей. Посмотрели, нету измерительного шупа, так что придется по каталогу узнать, сколько литров нужно залить мотор. Вот подняли машину, как вы видите, довольно таки удачное расположение масляного фильтра и болта картера. Откручиваем сначала фильтр и сразу не снимаем, а некоторое время ждем, пока внутреннее масло фильтра стечет в тазик. И после этого уже полностью откручиваем фильтр и снимаем. После снятия фильтра уже нужно откручивать болт. Кстати, диаметр вот кольца на болте довольно-таки широкий, он туго сидит. Пришлось немножко постараться, чтобы открутить этот болт. Так что лучше, конечно, сначала снять фильтр и после этого заняться откручиванием болта. Вот мы сняли болт, аккуратно ставим тазик, масло начинает стекать, а между тем я сейчас буду показывать, какой фильтр нужно ставить на этот автомобиль. Значит, фирма Filtron. Здесь где-то должно быть, а вот заменители, то есть по каталогу можно поставить фильтры других производителей, скажем, MAN, Knecht и так далее. Если не найдете вот такой фильтр этой фирмы, то можете искать заменитель по этому каталогу. Фильтр OP644-2. Так, это все, что касается фильтра. Очищаем посадочное место и ставим фильтр. Натягиваем полностью рукой. Еще вот ставим болт. Обязательно замените уплотнительное медное кольцо, шайбу. После этого, значит, где-то 5 градусов затягиваем окончательно фильтр. То же самое делаем и с болтом картера. Ну, в принципе, все. Сейчас посмотрим, что за масло мы должны залить. 5W30. Спецификация API SN. Лучше, конечно, SN2. Но и SN тоже, в принципе, неплохо для этого мотора. Заливаем ровно 5,3 литра. Также не забываем записать километраж и время замены. Ну, в принципе, все. Думаю, ничего сложного нету. Здесь вы справитесь. Всем удачи, пока.